всяких. Почем масло? 8 гривен литра. Любая, да? Да, и второй заряд. Ну, шикарно, Лика. Пошла вкусненько. Это раз шикарное дело. Спасибо. Почем? Масло 83 гривен. Ну, 8. Ну, если будем много брать, то скуплю по 70 вам. Если богато будете брать. Понюхайте, девушка. Я верю. Свеженько, не будет. Девушка отличная. Поклажки есть у него. Хорошо, спасибо. Почем? Я не буду пробовать, просто цену скажите, пожалуйста. А, цена? Да. Какая баночка? Пол-литра. 150. 150. А как она вообще по-другому? Я поняла. Уже не нужна. Акация? Так, ага. Но она до сих пор жидкая. Ага. Остальные, да, уже все-таки. Уже за... Мне сейчас на траве вот первая лопится. 100 гривен. Разные, вы каждые выходные здесь? Стараюсь. Ага. Вчера был дождь, не было. Не было. Ну да, я что же планировала. Все, я поняла. Хорошо. Удачи вам, да. Я думаю, что это желтое.
400. Ну так, нормально. Так, немного. Стоим, до слова, так вот, полкило. Ну, вот так вот. Ну, давайте так. А почем творожок у вас? 170 жирный, 150 не А почем сливки? 220. А сметана? 130. Давайте я посчитаю. Сливки? Да. А сметана почем? 130. А творожок почем у вас? Нет. 150-170. А масло сливочное? Молочко почем? 60 рублей. 60. У меня полтора. Вы попробуете? Нет. Давайте. Не, ничего, ничего. Я серьезно. Оно жирное, сладкое и привкус хороший. Если надо, то адыгейский почем? Адыгейский, 220. 220. Нет, спасибо. Вы сказали, вам изюма добавлять вам? Не надо. Не надо. Он меня любит изюма, выбрасывает. Все молодило ждет. И, ну, скажу честно, мы его делаем с молозива, а пока не с молозива нет. Я не знаю, вообще его не делать, каждый раз с молозива. Кто-то умеет делать молозива без молозива.